Шкода Кодьяк. Надійний партнер. Перевір авто в наявності. Є в нас цікава інформація, повідомляє Петро Андрущенко, що в Маріуполі на Азовсталі пролунали вибухи. Одні кажуть, старі боєприпаси здетонували, інші кажуть, хороший приліт. Як ви вважаєте, що це могло бути? На Азовсталі, это практически город в городе, восточнее Мариуполя находится, к нему есть подходы с моря и причалы, на которых разгружаются суда в том числе. Подвозят они боеприпасы на Азовсталь, располагают их, ну, пытаются располагать их в укрытиях. Ну, если есть хорошее средства уничтожения укрытия, то, естественно, боеприпасы также подрываются. Есть у нас боеприпасы с большим радиусом поражения. Это и Альха, это и GLSDB. Особенно Альха, она как раз доходит до Азовстали, у нее около 120 километров дальности, и подрывная часть довольно-таки мощная. То есть удары по Азовстали нашими средствами поражения, они уже вызывают детонацию боеприпасов, и на Азовстале россияне организовали площадку по, можно сказать, аэродром для вертолетов. То есть там есть площадка до загрузки, до заправки вертолетов, такой аэродром подскока. То есть и туда в том числе забрасывают наши боеприпасы, пытаясь уничтожить вертолет. Якщо говорити по південному узбережжю і Чорного моря, наразі Чорного моря, то є в нас відео в Бердянську, власне, що автобуси вже стоять на евакуацію. Давайте глянемо. Ось бачимо, це місцеве населення з Бердянська. Бердянськ, нагадаю нашим глядачам, від Маріуполя знаходиться в 60-70 кілометрів. Є повідомлення із Бердянська, і в тому є повідомлення, що навколо Маріуполя окупанти дуже тривожаться від того, що можуть бути наступальні дії Збройних сил України, хоча до фронту в районі 100 кілометрів до лінії розмежування. Так і є. Ті автобуси, які стоять в Бердянську, це ті автобуси, які пійдуть на север, це пусті. Они пойдут на север. Вот перед этим день-два россияне собирали сведения о желающих выехать из Полох, из Токмака, под Гуляйполя. То есть эти автобусы пойдут на север с Бердянска, заберут желающих. Ну, в основном это будут коллаборанты, лица, которые получили российские паспорта и оккупационная власть. И они потом их вернут обратно либо в Бердянск, либо сразу в Мелитополь или в Мариуполь. То есть это как раз автобусы на перевозку гражданских лиц из-под линии фронта. То есть где-то до глубину, до 30 километров россияне пытаются вывести, ну или по крайней мере готовятся к вывозу гражданского населения. Тобто ви вважаєте, що це не є імітація, що справді окупанти переймаються і розраховують, що вони не зможуть втримати південний напрямок? Вони точно не удержать южне направлення. Вони прекрасно це розуміють. Воєнні сили зараз несоизмеримі уже на цьому направлені. Чому, кстати, шахеди йдуть на Дніпр і в сторону якраз центру Востока? Тобто вони понимают, идет разворачивание войск перед наступательными действиями, им нечего противопоставить, потому работают по шаблону, то есть по уже отработанному алгоритму по вывозу своих и коллаборационистов, и оккупационной администрации, и желающих, по крайней мере, те, которые получили российские паспорта, они будут вывозить. Но там интересное вопрос. Дело в том, что под с вывозом гражданских, под прикрытием эвакуации, они проводят ротационные моменты. Это то, что было на правом берегу. Это когда они выводили мотострелковые подразделения, те, которые еще там есть, спасают технику. А обратно будут завозить, даже, может быть, и на этих автобусах, обратно будут завозить стрелковые подразделения без техники. То есть здесь такая двоякая задача. Ротация с одной стороны, с другой стороны прикрытие и вывоз гражданского населения.